православный центр при приходе в честь Казанской иконы Божьей Матери. И право разрезать ленточку, конечно же, мы предоставляем настоятелю нашего храма, протеерею Отцу Алексею. Потому что благодаря его усилиям этот центр все-таки появился, и вот мы его сегодня открываем. Представительство у нас такое очень большое. Я думаю, ленточки наши хватит всем. Нет, вкусно. Отец Андрей, держи. Память. Нет, это нечестно. Это Павел Михайлович забирает. Вот так. Ну что, отец Алексей, вы по праву открываете сегодня дверь в наш центр. Ну пойдемте. Дорогие. Мы приглашаем всех. Только кто это? Ходите. Спасибо. Когда гостей жалуем, гости просим. Знак уважения, как дружеский пароль, с волнением неизменным произносим. Примите наш хлеб да соль. Дай Бог вам здоровья, Боже, вам благословление на вашу дальнейшую жизнь, труды, что ваши стихотворения, они вдушевляют нас с вами, что вы сегодня прославляете Царицу Небесную, рождение ее. Господь – это тоже любовь. Мы с любовью создавали этот центр, старались от души. Говорим большое спасибо всем тем, кто помог нам в создании этого семейного центра. Грешнику дарит спасение. Божья любовь не имеет границ, мир весь собой наполняет. Божья любовь – это жертва Христа ради людей поругания. Божья любовь безгранично чиста, падшая любит создание. Божья любовь вам доступна, друзья. Ныне Он всех призывает. Божья любовь – это к небу стезя тем, кто ее избирает. Я хочу представить педагогов. Сереженкин Александр Анатольевич, Светлана Юрьевна, Малкина Анна Владимировна, Чугурова Лариса Викторовна, наш руководитель. Для меня Россия, ты всего дороже, да чего ж на маму? Ты мою похожа. И только человек шумит, суетится, спорит, что-то выясняет. А я говорю, что я права надо жить своим умом. Да подожди ты кричать. Никто не утверждает, что не нужно жить своим умом. Но взрослых надо слушаться. Просто потому, что у взрослых этого ума больше. А ты вон и Тинки спроси. Эй, Тинка, тебе нравится слушаться старших? Ну, мама с папой говорят, что младшие должны слушаться старших. День действительно добрый. Посмотрите, какой он красивый. Ну что у вас там опять? Дедушка Лесник, помогите нам разобраться. Вдали увидев огонек, лететь к нему учился. Там хорошо, тепло, светло, там множество цветов. Наверное, солнце там зашло и много мотыльков. Там факел газовый горит уже десятки лет. И тот, кто на огонь летит, тот неизбежный бед. Ну что, вам понятна мораль этой истории? Каждый день дарит нам тысячу чудес. Солнце луч из-за туч выглянул с небес. Не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Круглых столов на нашей каменнобродской земле, можно сказать, что стало традицией. Сегодняшний день для нас очень торжественный и радостный и по духу, и по образованию нашему. То, что сегодня Рождество Божьей Матери, 21 сентября, или наш православный семейный центр, это уже новая эра, новая жизнь нашего села и нашего прихода. Создать для наших детей благоприятные условия для их дальнейшего развития. И посоветуемся. И я думаю, что придем к общему знаменателю, как спасти наших детей, как чтобы их удержать. Ведь сегодня село Каменный Брод, который находится в замечательном Красноармейском районе. Красноармейский район находится в замечательной Самарской области. Не может жить вне России, без России. И мы видим, как на государственном уровне проблемы детей, будущего наших детей, семьи все больше и больше поднимаются с точки зрения их значимости. Но это все слова, это все программы. А вот здесь мы видим конкретно, приготовлено все на этом круглом столе. И заметки, пожалуйста, и символы, флажки, и вот эти папочки, которые вот обязательно будут у нас выставлены в нашем музее в Самарской губернской думе. Вот все это говорит о той необыкновенной любви, которую вы испытываете, и эту любовь прививаете детям к этому семейному православному центру. Но особенность еще заключается не только в том, что вот на таком высоком эстетическом уровне телефон, провести вот такую работу, а заключается особенность в том, что вы чувствуете детей как никто, наверное. Даже так чувствуете, как не чувствуют их, может быть, родители. И вот понимая, что этим детям нужно, вы находите такие пути, что и они привлекают. Очень большая роль администрации района подарил такой центр, бизнеса, который вкладывает свои средства в развитие центра. Низкий вам всем поклон за то, что наши дети здесь чувствуют себя действительно такими любимыми, такими нужными, как никто другой. И мне кажется, что вот это никогда не пройдет бесследно. Можно писать научные труды, роли таких центров, можно выступать с докладами, а вы делаете для каждой души детской то, что не может сделать и академия целая. Низкий вам поклон. И дай Бог, чтобы удача сопутствовала вам.